В городском округе Люберцы продолжается борьба с нелегальными торговыми объектами. Капитальные строения, построенные незаконно, подлежат сносу. Подробнее в нашем следующем сюжете. Продуктовый магазин на автобусной остановке «Высшая школа», по словам местных жителей, работал более 10 лет. Одни люберчане привыкли ходить сюда за покупками, другие не обращали внимания на него. Я здесь не пользуюсь магазином этим, ни разу там не была. И Егоревский вроде магазин был, теперь закрыли. И так полно магазинов. А там как люди, у каждого свое. Народу много было. Порой иногда очередь стояла. Здание магазина построено нелегально. Согласно 222 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, к самовольным постройкам относятся строения, возведенные на непредназначенных для этого участках. Отсутствуют необходимые для объекта согласования и разрешения. Арбитражный суд признал данное строение незаконным. Оно было построено с нарушениями строительных норм и правил, и санитарных норм. Администрация проводит мониторинг, выявляет такие объекты и выходит с исками в суд. С исками в суд мы выходим только по капитальным строениям. За последние два года демонтировали около 15 объектов. Сейчас в стадии решения суда находится еще одно капитальное строение, расположенное на Октябрьском проспекте. Контроль размещения торговых зданий позволяет сохранить благоприятный вид округа. Дмитрий Гринчев, Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.